чем секрет моего фитнеса? Проблема в том, что это корни. Я понимаю, что это магия. От бытовых историй до профессиональных секретов актриса театра драмы Ольга Жукова и Анастасия Ермилина делятся с преданными зрителями самым сокровенным. На встречу пригласили амбассадоров театра. Это люди, которые бесплатно посещают спектакли, пишут посты и тем самым привлекают внимание зрителей к постановке. Среди них Виктория Иевлева. Студентка активно ведет социальные сети, любит театр. Виктория подала заявку и стала амбассадором Пушкинской карты. Я просто люблю писать. А писать о театре – это вообще лучшее, мне кажется. Это правда классная возможность для тех, кто любит театр, любит рассказывать о театре, делиться своим мнением. Стать амбассадором может любой, кто владеет Пушкинской картой. А это молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Им нужно заполнить анкету на сайте Самарского театра драмы, пройти собеседование и активно развивать свои социальные сети. После каждого спектакля амбассадоры должны сделать пост в своих профилях. По мнению директора театра, это помогает привлечь молодую аудиторию. Это те молодые люди, которые, в общем-то, сегодня уже вовлечены в нашу театральную жизнь, ну, такие внештатные, можно сказать, сотрудники нашего театра. Мы с ними дружим на взаимных, что называется, условиях, то есть мы обязательно просим их эту нашу дружбу отрабатывать, продвигая наш театр в молодежной среде. Чтобы мы слышали слова зрителей, потому что они слышат только нас, да, а вот именно, чтобы мы их услышали, их глаза, для нас это... Для артистов, правда, это очень важно. В театре драмы прошло 193 спектакля, доступных по Пушкинской карте. Их посетило рекордное количество ее обладателей – 26 282 человека. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев, «События».